Приветствую, друг! С тобой снова Фауст. И мы продолжаем проходить Dead Cells. Так, в прошлой серии я остановился здесь, после босса. Так, и я думаю, надо поговорить с подмастерьем, что он мне ничего не скажет. Кузнец мне, в принципе, тоже ничего не скажет, кроме гони свои целки. Да, это тоже... Только о целках и думает. Так, ну, я думаю, есть смысл фронтовый щит разблокировать. И продать сразу же. Чтобы можно было разблокировать фляжку. Эх. Я ведь не смогу еще раз взять... сердце. Ладно, не буду рисковать. Все-таки сердце очень полезная штука. Сваи. И да, сюда я все равно не могу попасть. Ладно, деревня на сваях. Я уже думал в дремлющий храм попасть. Но не пускают меня туда. Пока что нету этой способности, которая бы позволила. Допрыгнуть не могу, серьезно. Это факт. Вот с ними проблемнее всего замораживать их. Так, они упали. Смерть падения довольно. Прикольно. Я думаю, это их немножко оскорбило. Просто мясорубка такая. Хотя в прошлой серии, в позапрошлой, когда у меня был балансированный клинок, тоже такой особый, там тоже было похоже на мясорубку. Но тут еще и кровище у них лечит. Блин, вот эта последовательность ударов. То, что он еще и преследует атакой, это странно. Идеально. Так. И можно взять, наверное... Ну, бруталити стоит, наверное, прокачивать, раз у меня есть комбо. Я от комбо избавлюсь, возможно, тогда, когда у меня... сердце пропадет. Такое, скорее всего, случится. Рано или поздно. Скорее уж даже рано. Надеюсь, у меня без проблем получится разобраться с тем элитником. Без особых проблем хотя бы. Так. О, там еще одна дверь. Это довольно странно выглядит. Я первый раз вижу на этой локации несколько дверей. Ну, точнее, дверь в двери. Вот реально, первый раз такое. Может быть, даже тут есть что-то сюжетное? А то я в первой серии ничего сюжетного здесь не заметил. Ну, скорее всего, это... Нет, это реально помещение в помещении. И это сюжетное помещение. Первый раз такое вижу здесь. Труп. Ладно, буду все по порядку. Эта женщина выбрала самый быстрый способ. Покажи, что она заражена. Письмо. Должно быть здесь ее последние слова. Хворь не тронет нас. Я защищу тебя. Я защищу тебя. Хм. Может, еще откроется, что это не какая-то обычная женщина. Кровать. Перерезанные глотки. Что? Ладно. Это довольно странно.
Ну да, помещение внутри помещения. Это тоже довольно странно. Первый раз такое вижу в этой игре. О, кстати, головешка было бы довольно прикольное решение с заморозкой. Но есть смысл взять что-нибудь и что-нибудь это... Сейчас еще раз взять вот таким образом и это продать. И на выход. Так. О! Нет, нет, нет. Фух. Пока не телепортнулся ко мне. Так. Свиток. Все. Здесь более открытое место. Да серьезно? Какого хрена? Ясно. Ох, ни хрена. Это получается и бруталити, и живучесть. Это явно лучше моего. И да. Я потратил и сердце, и хилки все на нем. Это довольно печально. Ладно. Главное, я жив. Было бы еще печальнее, я об этом думал, когда стартовал вторую часть, так сказать. Что если я слишком быстро подохну, это будет печально. Будет не полная серия, а начинать еще один забег. Ну, это как-то, не знаю, странно. Что в одной серии будет конец одного забега и начало второго. Неполного забега. Это довольно странно. Тут должен быть ключ, да? Печально, что я в прошлой серии не прошел. Но меч явно более ДПСный. Так. Здесь ничего. Ну, да, сюжетные места всегда помечены таким... такими свечами голубыми. Вот. Что у нас здесь еще есть? Больше тактики для омега-тактика. Здесь больше ничего нету, да? И да, тут на карте помечены те места, в которых я был. По крайней мере, оно вроде как должно так работать. Так, я не помню, чтобы я был в двух... Ну, во-первых, я даже в магазине был. То есть не был. То есть оно так не работает. Это печально. Так. Чтобы купить, либо это... Хотя я могу и то купить. Да, я и то куплю. Вот таким образом. Я, конечно, потерял большинство денег. Ну и ладно. Зато это более крутые арбалеты. Турели. На арбалет, конечно, не очень похоже. Раньше все двери на карте немного изменялись. Когда... Ну, те двери, в которых ты уже был. Они, видимо, это убрали. То есть было довольно неплохое... решение геймдизайнерское. Они его убрали. То более, не, нафиг. Нафиг делать игру удобной. Сделаем вот так вот, как есть. Да. Не-не-не-не-не. Нафиг. Нафиг тебя. Я понимаю, что тебя нужно наказать. Зачем я пошел обратно? Ладно.
Да, я понимаю, что ты плохой сундук, тебя нужно наказать, но я думаю, скорее ты меня накажешь в итоге. Так что я обойдусь как-нибудь. Так, а в той двери с сундуком я был? По-моему, да. Да, был. Оп. О, на врага так спрыгнул. Странно, что он от этого не умер. Надо внимательно смотреть, конечно. Здесь, кстати, есть такая тема, что я могу сэкономить один ключ. Но... Хм. По-моему, это можно сделать только тогда, когда у меня будет руна паука, которая позволяет карабкаться по стенам, как ни странно. Вот. Когда у меня будет эта руна, у меня будет возможность сэкономить ключ. Я просто читал немного Вику. Вику. Вики немного читал. Википедию по игре. Ну или я могу таким образом. Ну, да, тут все-таки нужна способность паука. Да. Я молодец. И там можно перелезть. И тогда, ну, здесь, скорее всего, есть дверь какая-нибудь, для которой нужен ключ. Это мне это подсказывает. Так, тут еще магазин, скорее всего, с жрачкой. Да. Жрачка. Музыкальное сопровождение, конечно, вообще классное. Я это уже говорил. Жалко, что у меня нету все-таки дополнительного урона по замороженным. Я бы еще больше дамажил первым ударом. Ну, потому что после следующего удара он уже не заморожен. Хотя, вот какие-нибудь АОЕшки, кидаешь АОЕшку, у которой дополнительный урон по замороженным. И эта уешка, ну и постоянно замораживаешь, и эта уешка постоянно будет наносить дополнительный урон. Классная же тема. Да, и на этой локации есть такие же тараканы, ну, которые в таких яйцах. Они, по-моему, даже жестче, чем те, которые из трупов вываливаются. Ну, да. Снегомет первых уровней реально намного хуже. Чем более прокачанный. Жалко, нету оружия какого-нибудь, что-то типа молота, который бы наносил дополнительный урон. Да, дополнительный урон по замороженным царям. Ну, то есть это его специализация такая. Так. Неплохо. Главное, что выжил. Так, а это проход дальше. Насколько я понимаю. С не очень полезным оружием, учитывая, что у меня бесцветное оружие есть. Да и бруталити у меня такое себе, чтобы брать брутальное оружие. Так. По-моему, там есть какой-то проход. Должен быть, по крайней мере. Так. И это, насколько я понимаю, переход в башню. Я, по-моему, немного не туда, куда хотел, телепортнулся. Вот, мне нужно... Опять не туда. Вот сюда нужно.
Там часовая башня. А здесь не очень приятная локация, насколько я понимаю. В которую я не хочу идти. Не, лучше уж в часовую башню. Наверное. Да, я лучше здесь умру. Потому что я, скорее всего, умру. Потому что у меня отхилок очень мало. Так, я там... По-моему, есть секретка. Да, тут есть секретка. Но забрать я и не могу. Кстати, если стоять под лифтом, когда он упадет, будет больно. Я не буду показывать. Он бахает, он так реально с силой. А, может быть, ее сделали милые, правда? Ищите эти огромные что-то там. Цепи, по-моему. Так, ну. Буду прокачивать фляжку. Я могу продать все. Так, теперь взять поддержку. Потом мертвое нутро, чтобы иметь побольше хп. И, наверное, комбо в итоге. Было бы у меня садизм. Ну да, комбо. А что я еще могу взять? Могу эффективность взять. У всех моих турелей... Ладно, возьму эффективность. У турелей будет там, да, 4 секунды КД. Эффективно. Турели-то у меня не такие же слабые. Вроде как. Не уверен. Я сейчас на урон посмотрел и что-то думаю, что на самом деле такое себе. Утверждают, что видели, как стрелки так двигались назад. Конечно, это всего лишь слух. Да. Тик-так, тик-так. Тут у нас тоже секретка. А, это сложная локация. И после нее босс. Тоже сложный. Я все-таки большую часть игры видел. Так что... Ладно. Какой же он подлый, блин. Разбрасывает свои гранаты, которые очень быстро взрываются. Че, начало, и я уже потерял ХП. Тут все враги подлые. Вот реально, нет нормальных врагов. Я буду их так убивать, все. Я буду читерить. Вот почему заморозка реально имбовая штука. Потому что нормальным оружием хрен. Я справлюсь. А заморозка просто имба. Вот, я все сказал. Берем, наверное, тактику. Просто максимально тактично. Туда я не допрыгну. А, блин. Ну почему? Почему я все равно умудряюсь получать? Так, господи, хватит. Так, отхил.
нормально. Ну, хоть что-то, блин. Ладно. Да, тут есть... Нафиг. Тут есть такая механика интересная, что когда по мне проходит урон, и если после этого какое-то время я смогу нанести урон, я верну себе какое-то количество потерянного здоровья. Это интересная механика. Не новая, конечно, но прикольная. Так, мощная граната, которая раньше вообще из другого врага падала, или, по-моему, даже изначально была доступна. Вот этот удар очень больно бьет. Так. Я мог бы взять это, но денег у меня не хватает. Правда, у меня немного совсем не хватает. Тут у нас только портал. При телепортации берегитесь мух. Окей. Возможно, это отсылка на что-то. Та отсылка, которую я не понял. То есть мне даже самому ничего не пришлось делать. Вообще ничего делать не пришлось. Турели классная штука. Я все-таки правильно сделал, что взял откат турелей. Потому что я бы слишком долго бы проходил, если бы они откатывались по 10 секунд. Тут у меня еще дополнительное золото есть. Это благодаря этому амулету, да? Еще при этом золото и клетки на расстоянии собираются. Ну, клетки и так на расстоянии собирались всегда. Возможно, я даже босса грохну. На что я на самом деле не надеюсь. Это так, мечты. Мечтаю потихоньку. Ох, ни хрена. Лук Хакута. Ну, блин, я обязан хотя бы пройти до следующего босса. Особенно с такими имбовыми предметами. Еще и с таким количеством чертежей. Вообще, чертежи падают с шансом 0,4. Я, по-моему, об этом говорил. Так что не представляю, почему они мне падают. Вот это. А, блин. What the fuck? Почему я отменил анимацию заморозки? Так. И что же, я качаю тактику, конечно же. Интересно, сколько я вообще урона получаю, когда ставлю рядом с собой ловушку? Довольно интересно. Да. Фух. Капкан. Я вот не знаю, есть ли смысл брать капкан. А это точно есть смысл. Правда, я не буду получать золото. Ну и хрен с ним. Все-таки плюс один к тактике это намного лучше. Так. Надо подумать. Это увеличит урон по врагу. Да, наверное, я все-таки возьму вместо вот этого арбалета. Возможно, я пожалею. Возможно, не пожалею. Я не могу открыть. Охренеть, я получил достижение
за то, что упал на те шипы, о которых не знал. Ну да, тут такие в геймдизайне, на самом деле, очень часто встречаются. Что ты их не видишь, а они есть. О, мечи. К сожалению, для меня они великоваты. А, я думал, что это окна. Не могу ими пользоваться. Ну, блин, да. Еще мечи. Мечи будто бы плавают в воздухе. Но когда я прикасаюсь к ним, ложатся в рук как влитые. Ух ты, мечи. Не нравится мне это место. Опять это чувство, будто я плыву в воздухе, и мне... И все вокруг ускоряется. И замедляется одновременно. По-моему, там меч меня сейчас убьет. Нет? Уф, так ведь укачать может. Да. Укачать может. Да. Это уже было. Выдвижной ящик. Ну, наконец-то хоть что-то интересное. А, такое себе. Я-то еще вспомнил кое-что, блин. Там, получается, в предыдущей серии, не помню где конкретно, но я не зашел в челлендж, в портал. Ну, там такой знак был на полу, я его потом не заюзал. Да, это было в канализации. Это печально. Я вспомнил об этом только сейчас. К сожалению. Все-таки капкан будет эффективнее намного. Потому что он еще дополнительный урон наносит. Ну, позволяет наносить дополнительный урон. Сам вроде как тоже урон наносит. Еще тактики. У меня и так уже 3000 хп. Неплохо. А, какая же длинная башня. Что же она такая высокая? Ну да. Я бы не сказал, что я стал слишком, ну, сильно слабее. Так. Ну, да, как-то так. Опа! Боевое копье. Оно же у меня не открыто. Или из боссов может выпадать даже то, что не открыто. Удары сверху вниз разливают напалм. Серьезно? Лол. Но это хуже моего, наверное. А что у меня собирает золото и клетки на любом расстоянии? Ну, нет, это... Ну, на самом деле, этот амулет даже получше будет. Я хочу посмотреть на это. Вообще, это оружие... Блин, надеюсь, я сейчас не умру. Фишка этого оружия в том, что... что оно критует тогда, когда дамажит двух врагов. То есть оно может быть офигенным. И я, наверное, даже его возьму. Учитывая, что у меня заморозка. Точняк. И в итоге оно намного дамаговее. Да. Реально возьму. То, что я замораживаю... Сингл-таргет у меня все равно другой. А толпу я могу заморозить. И просто ее реально задамажить очень эффективно. Так. Это было довольно опасно, но получилось. Так. Здесь я был.
Здесь мне туда, видимо, нужно. Я могу еще сюда отправиться. Но, по-моему, я прошел всю локацию. Просто выиграл эту игру в итоге. И сейчас умру. Ох, да, какой класс, вообще кайф. Так, ну да, тут магазин, тут ничего интересного. Надеюсь, тут хотя бы телепорт есть. Ну или толпа врагов, которых я кое-как убью. Охрененно. Было бы у них еще дополнительный урон по замороженным. Так, и, по-моему... Да, тут сундук. Я думаю, что за звук? Кинжал ассасина. Я пока что забью на него. Так, телепорт. Телепорт есть. Осталось убить кое-какого врага. А, я воспользуюсь уже вот этим телепортом. Блин, вот этим. Так, и везде, где нужно, я уже побывал. Хм. Правда ведь? Ну да. Я не совсем понимаю, как мне открыть эту дверь. Потому что определенно этим ключом я не могу. Ключ от колокольни нужен. А где его достать, я не представляю. Ладно. Надеюсь, мне хватит ДПС и вообще всего, чтобы разобраться с боссом. Часовая комната. Раньше он назывался Ассасин. Наконец-то минутка покоя. Вот да, согласен. Ух, это было довольно потно. Опять же, не знаю, почему пронзатель... А, нет, это боевое копье. Импаулер называется вообще в оригинале. А есть еще... А, нет, или импаулер это то, что я открыл с босса. Вот, получается, в этой серии... Не, предыдущий. Цепиш называется. А, или... Не, по-моему... Блин, не, вообще это копье должно было открываться совсем с другого врага. Я его не открывал. В общем, не знаю. Хм. Я бы хотел его перековать. Сток к полученному урону. Нафиг. Нафиг. Да нафиг. О, урон от критического удара повышен. Ладно. Хотя у меня еще много золота. Да блин. Эй! Вот, все, вот это идеально. Я уж подумал, что сейчас не уберется дополнительный урон. Прям перед боссом, идеально. Вокруг жертв появляется ядовитое облако, урон, так если... Истекает кровью. Кайф, кайф. Так. И качество нужно прокачать. Вот, если враг заморожен, дополнительный урон. По-моему, вообще, все очень даже неплохо складывается. И сейчас я просто помираю как-нибудь по-глупому. Но я этого босса убивал с третьего раза. Первый раз я реально по-глупому просто сдохну, потому что я не представлял, что он вообще может делать. Второй раз попотел, а третий раз с помощью заморозки убил. Хай драма. Я проспойлерю, его зовут Хранитель Времени. Или Хранительница Времени, по-моему. Да, Хранительница Времени. Раньше это был Ассасин.
Да, это больно. Да, перекатывайся. Я не туда нажимал. Поэтому он не перекатывался. Это довольно печально. Нет! Это те мечи, которые были в той комнате. Да. Ну, ты можешь понять, насколько у меня сейчас имбовая сборка, что настолько, ну, будучи настолько криворуким, я в итоге победил. О боже. Так. Нет. Этот меч придется перековывать. Нафиг. Осколок льда. Королевский замок. Вот королевский замок, все. Я вряд ли его пройду. Даже с такими крутыми предметами. Слэш, слэш, ролл. Ну, какое достижение. Так, мутации нельзя. Самое хреновое, что если пройти финального босса, то потом будут проблемы вот с этим пополнением хилок. По-моему, это довольно тупо. И там, да, был флаг с шлемом короля. Уже не то время последнего. Блин, ладно. Я думаю, ты прочитал, что там было написано. Ух, снаряды быстрее летят у этих инквизиторов. Серьезно? Прикольно. Я, кстати, тоже копейщик. Ты не думай. Я тебя вообще в легкую развалю. Я не буду рисковать. Я не такой жадный. У меня есть деньги. Что-то они на людей не похожи. Блять. Извиняюсь. Да, я явно далеко не зайду здесь. Ну, какого хрена? Вот, нормально. Ну да, у них атака довольно похожая на мою. Серьезно? Чё ты такое учудил, эй? Какого хрена? Я тебе не разрешал такое вытворять. Вообще обнаглели все. Так. И здесь, видимо, что-то сюжетное. Не факт. А вот и тот рубака. Серьезно, жуть. Так. А это щелкунчик. Тоже дополнительный урон получить. 100%, да, чтобы меня ваншотнули. Всегда мечтал. Этот хотя бы не поворачивается. Ясно. Оно так и было задумано. Там неспроста эти долбанные шипы. Они для того, чтобы... Этот, ну, чтобы эта тварь, эта свинота, меня отпихивала. Просто набежал на снаряд. 39 минут. Ну, то есть, видно, насколько я херово играю. И при этом видно, насколько охеренная у меня в этой игре... Ну, охеренная была сборка.
Ах. Да, и тут секретка с луком. Довольно удобный лук. Так, и... поговорю с ним. Странное место. Как на него ни посмотри. То-то красота будет, когда вы с коллектором зажжете все склянки. Ага. Ты над этим работаешь, правда? Конечно, ты работаешь над этим. Как и все остальные. Снова умер? Я знаю, что ты сделал. Да-да, я знаю все твои грязные секретики. Я все записываю в свой блокнотик. Каждому свое. Ты убиваешь, я записываю. Улучшение. Оружие. Это все улучшения, которые у меня есть. Все оружие, которое у меня есть, видимо. Потому что я не все подбирал. Общее количество игр. Общее количество законченных игр. Максимум золота за раз. 26 тысяч. Всего золота собрано. 101 тысяча. Всего золота потрачено. 68, неплохо. Максимум клеток за раз. Собрано всего. Потрачено клеток. Ну, я 30 клеток потерял. Количество телепортаций. Целебных фляжек использовано. Проклятий пережито. Печально. Один раз я умер от проклятия. Разведка. Обычных сундуков открыто, проклятых открыто. Испытание пройдено. Испытание провалено. Секретных порталов открыто. И биомы. Ха. А, сколько раз я был в этих биомах? И тут нету те, которые еще не открыты. Печально. И монстры. Вот монстры интересно посмотреть. По крайней мере, тут, наверное, только открытые. Зомби. Вы убили, вас убили. Гниющий зомби. Трупный червь. Шелкопряд. Элитный лейтенант. Скорпион. Гранатометчик. Бомбардир. Оживший лучник. Темный разведчик. Бегун. Каннибал. Щитоносец. Это все враги, которых я встречал пока что. Мерзкий червь. Но их не так много здесь. Резальщик. Камикадзе, так, летучая мышь, защитник, рубака, ловец, капитан пиратов, инквизитор, рыцарь-стражник, копьеносец, привратник, босс и хранительница времени. Так, а убил меня один раз инквизитор, вот сейчас, потом. Один раз меня чел с пушкой же убил. А. Нет, это считается, что меня убило проклятие, точно. Так, а... и почему у меня три забега? Это странно. Это же получается сейчас был второй. Хм. Не знаю. Смерть от рук врага одна. Клеток потеряно. А самоубийств, смерти от падения с высоты. А какая разница между самоубийством и падением от высоты? Смерть в испытании, смерть из-за ловушки. Хм. Не одна смерть. Что-то ты хреново записываешь, я тебе скажу. И Daily Challenge, так сказать. Ежедневный забег. Ладно, на этом я закончу. Я надеюсь, что тебе понравилась эта серия. Если это так, поставь лайк, напиши комментарий. Мне это будет очень приятно. И будет мотивировать меня записывать для тебя новые серии. Спасибо тебе за просмотр. С тобой был Фауст. Удачи и пока.